кружевные воротники, броши, ажурные платки. Участники кружка по рукоделию Одинцовского клуба «Активное долголетие» готовятся к показу одежды. Той, которая лежит в шкафу, но выбросить пока жалко. Долголет дарит ей новую жизнь. Павловский платок Надежды Николаевны испортила моль. Она вырезала из него цветы и ввязала их в нарядную черную накидку. Это полностью эксклюзивная модель. Другие участники усовершенствуют платье, спасают костюм, сожженный утюгом, готовят разнообразные воротники к надоевшей однотонной блузке. Для любителей активного отдыха организаторы клуба предлагают начать утро с занятия по общей физической подготовке. Я очень довольна. У меня проблемы со спиной, с тазобедренным, с коленями. А сейчас это очень помогает и хожу просто с удовольствием. Еще одно из спортивных направлений – коньки. Все желающие представители старшего поколения могут посещать Одинцовский ледовый дворец в отведенное для них время и самостоятельно кататься без сопровождения тренера. 60 лет не вставала на коньки, представляете? Ну, знаете, вышла, первый круг сделала у бортика, второй сделала. Мышцы вспоминают. Подробнее об активностях клуба смотрите в программе «Специальный репортаж». Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».